Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать, какие можно ТВ-тюнеры Т2 спутниковые купить на сайте AliExpress. Посмотрим, что китайцы предлагают приобрести. Ну и посмотрим на их характеристики и на цену. Чтобы покупать на AliExpress, я использую приложение Letyshops. Это такой кэшбэк-сервис, который помогает немножко сэкономить ваши деньги. Зачем переплачивать, если есть такая возможность? Так что скачивайте приложение, ссылочка на это приложение будет внизу, и посмотрим. Вот. Letyshops работает с разными магазинами. Там видите, вот, например, Booking.com 12%, AdSense 10%, ну и так далее. Много очень магазинов. Но нас интересует магазин AliExpress. Здесь видим как бы кэшбэк до 6%. Нажимаем на AliExpress и переходим в магазин. Уже 6% от покупки будет возвращаться на счет Letyshops, который можно выводить на карту. Поэтому я этим сервисом очень хорошо пользуюсь. Итак, заходим на AliExpress и начинаем смотреть. Так что поехали. Итак, мы зашли на сайт AliExpress с помощью приложения Letyshops, перешли, чтобы была навскидочка, и написали в поискове вот здесь Т2 тюнер, и посмотрим, что китайцы нам предлагают. Ну и вот первый вот такой, видим тюнерок, сейчас мы посмотрим, что это такое, какая его цена, какие характеристики. Ну вот он так выглядит. TV-Box T2, вот видим Wi-Fi USB 2.0, HDMI, цена 112-365 гривен, ну вот если набирать вот этот тюнер, получается он 364 гривны стоит. Но я такой тюнер уже наподобие заказывал, ну скажу честно, он пришел нерабочий, поэтому не стоит на него внимания обращать. Мы посмотрим дальше, какие тюнера. Вот есть такой необычной формы, что это за тюнер такой, надо будет попробовать заказать. Т2 тюнер, так, USB 2.0, ну вот тоже, если его заказывать, вот такой идет он в комплекте, вот видите, какая у него интересная форма, вот он такой коробочки идет, пульт, но это тоже как бы стандартный тюнер, оценка 4.5. Доставка есть. Так, вот видим отзывы. Супер, работает отлично. Вот видим, пришлось потрудиться, чтобы настроить. YouTube не работает, приставкой доволен. Ну, как говорится, чтобы YouTube работал, нужно это с китайскими продавцами связываться, и потом они присылают прошивочку, и оно все работает. Вот такой тюнерок. Ну, нужно испытать, форма такая интересная. Видите, сбоку ставится USB. Ну, нужно обратить внимание, я закажу для обзорчика. Посмотрим дальше, тоже идут вот эти тюнерки. Так, вот эти. Вот антенну вы видите, эти антенны я вам не советую. Если в качестве комнатной без усилителя она работает, но на длинных расстояниях она не работает. Так, смотрим, что еще нам предлагают. Вот посмотрите, какой здесь тюнерок. Это уже что-то у нас подороже. GT-Media X8 комбо, цифровой спутниковый ресивер, 10 бит, DVS-2, S2X, T2, встроенный Wi-Fi, поддержка 265. Ну, видим, неплохой по характеристиках, видите, такая модель GT-Media, вот такие кнопочки, такой уже пульт шикарный. Ну, это уже еще какой-то и подарок. Вот, доставка. Сейчас выбираем из Китая. Цена 2600. Ну, за такую цену, я думаю, это должен быть отличный тюнерок. Сейчас посмотрим, какой он сзади. Вот, такая у него задняя панелька. Антенный вход. Как видим, два входа. HDMI, SCART. Ethernet, вход USB, ну такой серьезный тюнерок. Вот такое у него описание: DVS2, DVT2. Вот
Вот его полное описание этого тюнерка. Интересный, конечно, аппарат, но и цена у него неплохая. Пойдем дальше смотреть, что еще есть такого интересного предлагают нам китайцы. Ну, эти все стандартные тюнерки. Вот, посмотрите еще. Вот какой тюнерок. За тоже за хорошие деньги, за большие. 2394 G-Media V8 Ultra HD. Это уже 4К. Он работает в формате. Тоже такой серьезный тюнерок. До Ultra HD кодек H265. DVS, DVS-2, DVS-2X. Это уже 4К. T2, T и кабельное. Вот сколько у него функций. Так, посмотрим на его картиночки. Вот такой он, видите, сзади. Сколько здесь у него выходов. Ethernet, USB, HDMI. Антенны T2, спутниковые. Вот такой кабель SCART. Ну, это уже аппарат, конечно. Вот его комплектация, сам тюнер. Мануалочка, пульт. Я думаю, тоже можно его куда-нибудь заказать для проверки, для обзора. Так, смотрим дальше, что у нас есть такие. Вот тоже GT-Media. Я вообще присматривался к этим тюнерам. Они такие интересные. Но это у нас тоже комбо-тюнер. Посмотрите, какой он. Доставка, посмотрите, есть из России. Так что для жителей России она, что вообще он быстро придет. Для Украины доставка из Китая. Так, вот он такой сзади. Так, сейчас посмотрим, какие у него выходы есть. Ну вот видим, спутниковый. Это 2 HDMI, вот такой, 2 USB выхода, RS-235, кнопка включения-выключения и питания. Такой тоже серьезный тюнер, вот он такой на передней панели. Работает с 3G модемами, Wi-Fi, тоже интересный тюнерок. Это 2 S-Combo, цена такая интересная, так что тоже можно присмотреться к этому тюнерку. Идем дальше. Вот еще тюнер этой компании GT-Media. Посмотрим, что они здесь предлагают. Вот GT-Media TT Pro. Вот такой он, видите. Это уже, я так понял, просто T2. Это просто T2 кабель. Т2 просто тюнер, я извиняюсь. Вот видите, здесь антенный вход, но здесь не штекер, а вот этот накрутка. HDMI, тюльпаны. Вот такие здесь все выходы. Видите, здесь уже прикручивается кабель. Я считаю, это более, ну, удобнее, если вот так, на таком подключать, чем обычный вот этот Т2 штекер или гнездо. 729 гривен этот стоит. Т2 приемник формата Т2. Т поддерживает. Поддержка YouTube. 3G поддерживает. Так что вот такой. Еще вот один. Тоже вот этой компании GT-Media. Тюнерок. Так что нужно к этим тюнеркам, ну, присмотреться. Вот заказать, посмотрю, что это за тюнерки. Это комбо такой тюнер. В подарок идет Wi-Fi адаптер. Если заказывать, видите, работает он с 4G модемами тоже. Очень удобно. Так, вот такой он тюнерок. И вот такой он выходы. Посмотрите, кнопка включения, 2 USB выхода. Вот такой выход. Выход AV. HDMI и антенна Т2 и спутниковый. Так, ставим доставка с Китая. Например, вот этот. Цена 1050, 1128 с Wi-Fi адаптером. С
цены, конечно, кусаются, но интересно, конечно, тоже потестировать, что это за тюнерок такой. Ну, на AliExpress большой выбор тюнеров. Вот еще один такой тюнерок, можно сказать, белого цвета, GT Media V7TT. Это приемник T2 265 Ultra HD, но у нас в таком формате еще нет каналов, но такой он, видим, белого цвета, H265, 3G модемы поддерживает. Вот, и вот такие выходы, антенный вход, HDMI, Ethernet кабель, все навороты, все плюшки в этом тюнерке есть, ну, хоть, даже вон, если T2, но начинка отличная. Поехали дальше, что у нас еще такое есть? Интересно, что бы вы такое для тестирования захотели? Вот посмотрите еще какое интересное есть устройство. Это T2 для планшетов и для мобильных. Вот видите, он идет с антенкой, вот само устройство, подключается он к планшету, и T2 можно смотреть на планшете, на телефоне. 543 гривна, это все в цену такое. Так, что мы еще можем такое посмотреть? Вот еще одно такое устройство для телефонов и планшетов через microUSB. Вот подключается вот это устройство, 400 гривен. Вот. Ну, доставка 79 гривен. Некоторых устройств, конечно, платная доставка большая. Тоже подключать и смотреть телевидение на планшете, на всем. Тоже это все можно. Такие устройства есть интересные, предлагают нам китайцы. Вот еще такой. Но это просто T2 тюнер. Тоже посмотрите, какой он. Ну, вот он как выглядит, такой пульт у него. Сейчас посмотрим на выходы, но это только T2. Идет он вот, сейчас посмотрим, какой комплектации. Вот у него такая комплектация, видите, два выхода. Вот, ну, это как бы стандартный тюнер, таких у нас много, но вот тоже имеют право жить такие тюнеры. Ну, посмотрим на второй странице, что у нас еще такое есть интересное на сайте AliExpress. Ну, видите, пошли вот эти же медиа белые, мы уже смотрели. Так, что у нас еще есть? У нас есть еще вот тюнер UTC, знакомая всем нам компания, Uclan UTC. Вот, ну, это обычный тюнерок, цена у него 550 гривен. Мне кажется, это большая цена на этот тюнер, его максимум 200 гривен. Что-то китайцы загнали на цену. Так, ну, вот этот тюнерок, который, вот видите, через для планшета, для телефона, 562 гривны. Вот этот мы уже смотрели. Вот такое нам предлагают китайцы на данный момент. Вот еще один комбо-тюнерок, такой интересный, за 622 гривны. Ой, извиняюсь, немножко, конечно, многовато он стоит. Так, вот он такой идет. Я что-то наподобие заказывал, это V-Mate C5, только более новая модель. Вот такой он коробочки. Wi-Fi адаптером он идет, но такое, как говорится, такое. Что у нас еще такое интересное есть? Ну, вот еще какой-то уже китайцы T3 пишут, ну, привлекает клиента, чтобы его так купить, такое, чтобы было интересно. Вот, ну, коробка, конечно, интересная, видите, T2 приемник, YouTube, H265 Full HD, вот такой, ну, на вид, конечно, красивый тюнер, так что для обзоров, для тестов разогнаться на AliExpress есть чем. Доставка, конечно, будет около месяца, но, как говорится,
говорится, интересно посмотреть, что они могут предложить. Ну, вот такой тюнерочек. Поехали дальше. Что еще у них такого интересного есть? Ну, видите, все как бы одинаково, но это уже... Это что такое? Вот еще же это медиа, такой тюнерочек, 1300 ДВС-2, это просто спутниковый, он без Т2. Ну, не знаю, заинтересует кого такая модель, не заинтересует, но тоже вот такое есть. Посмотрите, вот такой выходы у него сзади, видите? Ethernet, кабель, USB. АВС, карт, все в нем, конечно, ну, неплохая моделька, я думаю. Но только не хватает сюда Т2. Вот такой он комплектации, вот такой тюнерок. Так что вот такой маленький обзорчик тюнерков из китайских сайтов. Может, что-нибудь и закажу, если вам что-нибудь такое интересное. Ну, спасибо за просмотр. Вот что. Что можно найти не только у нас и в китайцев. Я думаю, есть такие интересные модели, которые можно заказать для обзора, потестировать. Так что вот как-то так. Спасибо всем за просмотр.